Раз в два года проходит творческий конкурс эстрадной песни и танца «Звездопад». После двух пройденных туров из 500 участников лучшие выступили на гала-концерте. Как отметили члены жюри, в этом году в номинации «Хореография» поступило большое количество заявок – 32. В номинации «Вокал», напротив, число уменьшилось почти в два раза – 48. При этом количество не изменяет качество. С каждым годом исполнение артистов становится все лучше. У нас на протяжении уже нескольких конкурсов сложилась, я считаю, правильная традиция. Для того, чтобы поднимать уровень нашего конкурса, и наши конкурсанты и руководители видели в определенной степени объективность, что это не местные, просто, а мы приглашаем звезд российской эстрады даже. Так уже оценивал вокальные данные конкурсантов известный музыкант Антон Беляев. Уже второй раз подряд приезжает эстрадная певица-исполнительница русского шансона Рада Рай. Хорошая практика сложилась и в хореографии. На каждый конкурс приглашают профессионалов из Хабаровского края. Они дают мастер-классы и рассказывают руководителям коллективов о новых тенденциях в танцевальном мире. В итоге самых талантливых наградил мэр города Юрий Гришан. За эти годы город стал действительно золотым городом. И не потому, что у нас добывают много золота на Колыме, не потому, что у нас много ювелирных магазинов, а потому, что у нас есть такое замечательное золото. Это вы, это наши самородки магаданские, которые славят Магадан везде, на всех площадках, на областных, республиканских, международных. Дипломы первой, второй и третьей степеней вручили конкурсантам в каждой номинации и возрастной категории от 7 до 30 лет. В итоге обладателям гран-при и сертификата на сумму 200 тысяч рублей от социального партнера «Полиметалл» управляющая компания стала вокальная студия Нины Трушиной.